Вещающий президент Петр Сытин за заряженный микрофон. Удача и дружба с нами всегда. Богатство и счастье – это наша судьба. Вы знаете, большое счастье выступать с этой трибуны. Я третий раз уже полтора года. Поэтому очень рад. Ну, чемпион мира по зажженным сердцам – это большая радость, большое достижение, большое вдохновение. Я Умбетков Нуртуган. Мне 66 лет. Здесь пенсионер, называют студента, я студент. Живу в Алмате 3 года. Родился в Жанаркиновском районе Карагандинской области, станция Агадыр. Вырос, учился, всю жизнь работал в Кызылорде. Инженер-энергетик. Общественная работа. Правком, комсорг, парторгом работал. Спорт, это люблю футбол. Так как я выгляжу на экраны светло, а на самом деле я смуглый, черный, поэтому меня называли Пеле. Ну, когда я вижу настоящую негру, я всегда радуюсь. Я по сравнению с ним Снегурочка. И наверняка я уверен, что в этой аудитории самый темный, наверное, я. Вы знаете, Суперджан как пришел в мою жизнь. Не буду я сейчас про болезнь говорить. Если буду говорить, сразу сигнал пойдет в мозг, в мысли, и все это опять начинается. Поэтому я пришел ради здоровья. Ну, услышал я этот первый раз про Суперджамп в августе, в сентябре 2022 года от родственников. Знала об этом моя жена, родственник и моя родная сестра, наставник, и Сатов Кенешпек, Сатов Мария, семейная пара. Но я ничего не понял, я толком не знал, что это такое. И все, время еще шло. Наступил декабрь месяц. 8 декабря. Это когда люди стараются проводить старый год хорошо, хорошо встретить Новый год. И под таким настроением я позвонил сестре и сказал: «Алмагуль, скажи, что за суперджам? О чем там?» И она сказала: «Завтра начинается занятие школы тренинга. Надо оплатить, и ты заходи». Я зашел, как положено, вовремя. Первое упражнение сразу вдохновило. Это упражнение 200 улыбок. Да я об этом мечтал. У меня улыбки не было. У меня никогда такого... Всегда я хмурый, всегда без настроения, всегда такое было. Я обрадовался, прошел первое занятие, второе занятие, третье занятие. И мне сказали, на 4-м занятии, как раз мы проходили, должны были вечером пройти осанку, будьте здоровы. И мне сказали, сегодня завершается акция. Как завершается? Я только начинаю. Нет, сегодня завершается. И мне сказали, вот интеллект-тренер, вот мастер-интеллект-тренер, профессионал, супер-интеллект-тренер, выбирай. Я посмотрел, да, интеллект-тренер я даже не стал смотреть, мастер мне понравился, и цены приемлемые. У меня сейчас это в кармане есть, я согласен. Профессионал, что-то дороговато. Супер-интеллект-тренер даже не стал смотреть. И когда я оплатил мастер-интеллект-тренера, дальше упражнения шли. А здесь праздники совпали. И, в общем, такое дело, и упражнение шло-шло, и вот сверхцель, когда попала, последнее упражнение, совпало на День энергетика в Казахстане, у нас 18 декабря отмечают, я сам инженер-энергетик по профессии, я думаю, сам себе подарок сделаю, ну, профессионал, что-то дорого стоит, а мне сказали, апгрейд надо сделать, с мастером нам, я говорю, а что это такое апгрейд, вот объяснили, и благодарю наставников, я это с удовольствием сделал, получил. И завершилось на этом упражнение 10 дней, вдохновился, заново родился. И действительно, это упражнение изменяет людей, изменяет окружение. Дальше я смотрю, начал от радости там всех там по списку приглашать, отправлять. Такой весь вдохновленный. И знаете, через неделю все отказались. Никакой реакции. Я думаю, что-то я не так сделал, наверное. Что-то не так. Потом я посмотрел личный кабинет, там много информации, оказывается, изучать надо, смотреть надо и так далее. И, в общем, я это вдохновился, все получилось, и дальше шаг за шагом пошло, и поставил перед собой, надо стать суперинтеллект-тренером. Там без этого бесполезно, большой бизнес идти. И настал 30 число, это у нас как раз день рождения Владимира Довгана, 30 июля. С утра все поздравляют, вдохновляются, а у меня немножко до супер не хватает, но еще время до конца дня есть. А он говорит, мне не надо ваше поздравление, подарок, мне нужны ваши результаты, ваши чеки.
Ну, здесь это я вдохновился, все усилия сделал, я успел стать супером и успел еще стать королем рекрутинга. Мне нужно было срочно подписать за полчаса 4 человека. Я успел, свою семью подписал, который против был и до сих пор против. Но я знаю, что в каждой семье это нужно, и это помогло, и это сработало. Потом я попал на школу тренинга Владимира Довгуна. Это вообще замечательно, это здорово. Все сомнения уходят, все волнения уходят. Все эти, которые препятствия дают, все это отходит. И благодарю я с этого трибуны. Сегодня я выступаю. И те 9 человек, которые со мной участвовали, мы стали большими друзьями. Я их вижу, это фамилию, успехи, удачи. Это благодаря школе тренинга Владимира Довгуна. И вот так на сегодня такие результаты. Что хочешь сказать? Ну, в общем, после этих... Когда говорят слово «проект» и когда говорят «энергия», для меня это близко. Энергия – это я сам энергетик. А здесь все тело заряжается энергией. Когда говорят «проект», я всегда думаю, ну, проект «Суперджан», объясняю я своим коллегам. Это в мировом масштабе проект, который работает в 75 странах мира, на 27 языках. А кто основатель компании? Вот Владимир Довгун. Да вот слышали, знаем, то, все. Нет, вы забудьте прошлое. У нас упражнение есть такое. Прошлое забыть, начинать сегодня и будущее. Это человек совсем другой, как вы думаете. Это человек-легенда. Его называют Сократом 21 века. И вот я им говорю, вот если я слышал такие фразы, познай себя, и ты познаешь Вселенную и Бога. Видите, какие слова вдохновляющие. В каждом сердце есть солнце, дайте ему светить. Вот, пожалуйста, такие философские цитаты очень сильно помогают. И это все вдохновляет. Ну, Владимир Довгун, основатель компании, 30-40 лет стажа, большой опыт, великий президент Петр Силкин, 20-летним стажем в этом бизнесе. И это все заряжает, вдохновляет, направляет. Поэтому я, воспользуясь этой трибуной, хочу сказать, что мы все исполнители этого суперджампа. Мы все сооснователи, как там говорят. Каждому готовый бизнес-дал. Здесь все есть. Надо просто все посещать, вдохновляться. И это все помогает, это работает. Вот, допустим, недельная ускоритель роста, 7 дней, она помогает. Она очень сильно помогает. 24 дня, это дробь 7, это вдохновляет. Поэтому я на этой почве вижу Петра Сыркина, вдохновляет. Благодарю вас за внимание. Всех я поздравляю, что мы суперджампы, мы все величайшие. И передаю заряженный горячий микрофон нашему великому президенту Петру Сыркину.